Многократные звонки неравнодушных видновчан в студию телеканала «Видное ТВ». Услышанные разговоры, жалобы на улицах и послужили поводом для очередного рейда. Мы выяснили, насколько улицы и отдельные территории Видного соответствуют званию самого благоустроенного города, которого дважды удостоился районный центр. Начали мы с территории отдыха, которых, к сожалению, в последнее время становится все меньше. Лесопарковая зона около 6-го микрорайона встречает отдыхающих, нет, не грибами и цветами, а мешками с мусором. По обеим сторонам тропинки целые завалы, следы удачно проведенного на свежем воздухе выходного дня. В лесу везде мусор. Сидят, шашлык делают, бросают все мусор. Неужели за собой нельзя это собирать в мешок или куда-то? Еще одно излюбленное место видновчан – берега реки Бицы. Здесь похожая картина, причем отходы не только на земле. Они образовали целую дамбу на воде. Может быть, и можно объяснить неухоженность этих зон тем, что земля не на балансе города. Но какова тогда причина беспорядка, например, в Расторгуево, на пустыре, напротив автобусной станции? Такое впечатление, что здесь никто никогда не убирает. Впрочем, так же, как и возле магазина «Пятерочка», расположенного рядом. А ведь это зона ответственности торговой точки. А вот еще одна пятерочка на Советском проезде. У магазина вроде как и чисто, что, кстати, бывает не всегда, но картина с торца некрасивая. Предположим, что здесь мусор имеет временную регистрацию, а вот у сетевика «Дикси» в 6-м микрорайоне он прописался постоянно. Впрочем, как и на всей улице, которая ведет сюда от проспекта Ленинского комсомола. Там на Битцевском проезде хорошо очень убирают и как-то приятно. Здесь вообще как помойка. Вот только иду и думаю об этом, что не прибрано, и пора бы, наверное, уже сообщить в определенные органы, кто этим занимается. Но это надо жаловаться. Жаловаться, конечно, надо. А кто убирает, я даже не знаю. Наверное, этим должны заниматься какие-то службы, которые должны проезжать и объезжать, ежедневно смотреть, какой порядок в городе, и убирать это все. Еще один заброшенный уголок Видного – пятачок между домами 48 и 46В на ПЛК. Рядом чистый скверик, напротив которого грязь, сор, окурки и ни одной урны. Мы проехали только по тем адресам, которые указали видновчане. Но сколько еще таких вот заброшенных уголков в городе? Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».